Ту-ба-да-ба-да-бу-бу. Хей, приветище, да-да-да, привет всем. Замечательный день, не правда ли? Просто чудо. Так, а что с микрофоном? Я не понял, опустите мне, пожалуйста, микрофон. Я же не достаю, я этот карлик, ё-моё, пухлый карлик. О, господи, мне же придется тянуться до него. Так, ну я могу, в принципе, на рояле сыграть, но я думаю, вам будет скучно, поэтому... Сделайте, пожалуйста, микрофон вот так, вжик, ну, вниз опустите, ну, кто-нибудь. Блин, а, походу, меня игнорят. Ладно, слушайте так. Жил-был я в крутом особняке. Долбаные документы. Снова их нужно прочитать, изучить. Как я это ненавижу. Ладно, приступим. Так, опа. Тяжеленькие такие. Даже мои сардельны не умещаются. Да, господи, документы. Да возьмитесь вы в мои руки. Вот, значит, что у нас там? Надо на диван залезть. Вот так вот. Ага, нифига себе, вот это новости. Дорогой, у меня для тебя замечательнейшие новости. Ты слышишь меня? Дорогой. О, боже. Дорогой, ну посмотри на меня. Дорогой. Я сейчас отберу у тебя эти документы. Достал уже с ними. Посмотри на меня. Чё надо? Слушаешь? Да, я тебя слушаю, ну что там? Дорогой, у нас будет ребенок, ты представляешь себе? Отлично. Тебе все равно? Тебе даже не важно, кто родится? Мне без разницы. Это же будет, как он, ребенок? Главное, что не овощ. Правильно же? Снова эти твои стрёмные шуточки. Не надо мне тут про мои шуточки. Нормально у меня шуточки, понятно тебе? Тебе даже не интересно, кто у нас будет, мальчик или девочка? Конечно, интересно. Если девочка, то ты будешь с ней возиться, там бантики, сливчики. Ой. А если мальчик родится, то что? С мальчиком вообще все просто. Да как все просто? Да не вообще сидеть не нужно, он сам все в жизни сделает. Ну конечно же, все сам. Боже мой, с кем я живу? Дорогой, с тобой все в порядке. Ты 9 месяцев просидел на этом диване, читая свои документы. О. А? Да, все в порядке. А ты вон вообще 9 месяцев в одной и той же одежде ходишь. Я ж ничего тебе не говорю. И да вообще у меня плохой учитель этого был. Чтение. Я не виноват. Ну да, конечно. О, вот за и так всю жизнь живу я с ним. Подожди, надо разминочку сделать. Да я жду. Два. Отлично. А третий раз будет? Хорошо. Так, ты до чего сюда приперлась? Так у меня для тебя новости чудесные. У нас родился ребеночек. Че, серьезно? Да, серьезно. Ничего себе. Да. Вот это новость. Тебе даже не интересно? Вот может быть, ты на ребенка хотя бы посмотришь? Если ты считаешь, что это важно, то давай, веди его сюда. Конечно, важно. Пенни, иди сюда. Пусть папа на тебя посмотрит. Ты че, ребенка Пенни назвала? Какая дичь, боже мой! Пенечка, иди сюда ко мне, иди. Красавец мой. Да ты посмотри на него. Красавец какой, а? Ага, красавец. Да ты даже на него не взглянул. Чё на него смотреть-то? Ну, посмотри на него. О, боги. Твою мать! Ты кто? Ты чё, охренела, что ли? Это старый помидор. Очки смени, женщина. Как это вообще вышло? Мам, всё в порядке, а? Мам. О, боги. Боги, кого? Кого ты видишь перед собой? Кого? Ребенка? Да какой это ребенок? Ты не видишь, это помидор! Он только родился, ему даже месяца нет, он здоров, он больше тебя, как он вообще появился на свет-то? Он у тебя пару разнесло. Папа, это папа. Это вообще ты виноват. Дряблый, старый помидор! Ты что-то про овощи говорил. Вот, получай.